Всем привет, с вами Террасер. С вами Смайт, всем привет. И Демастер, здоров, всем ребята. Мы играем в Last Task, как обычно, в гостях у Террасера и Смайта. Я вот бегаю батоном всем по лицу, по бью. В общем, давай, Террасер, куда мы сейчас направляемся? Я правильно расслышал последнее, что ты сказал? Ну, куда мы сейчас направляемся? Ну, предпоследнее тогда. Почему ты бил там? По спине и по лицу. Ну, окей. Так, ладно. Полезаем наверх. Сейчас мы, в общем-то, наша цель — это PvP-арена. Но не просто PvP-арена, а... Как же мы пойдем в твою PvP-арену? А почему, Денис, здесь много проходов? Вот один... Ну, в общем-то, вот этот проход, два, три. Это он будет вести от меня к вокзалу. Ага. Так, только я думал, может пойдет. Там сделать или здесь? Давайте каждый в свой проход пойдет. Костя как выбирает? Костя это выбирает. Ты иди туда, Денис, тогда. Я буду вас встречать тогда. Костя тебя придет к моему дому, я думаю. Нет, Костя, не иди дальше, нам в другую сторону идти надо. Да, ой. Зачем? Вы зачем? Там будет проход, кстати, Костя, так что не волнуйся, там направо повернуть надо. А, да. Ладно, Костя, иди туда. Куда? Я буду тебя ждать здесь. Назад, пойдем. Нет, вместе что ли? Пойдем. Миша, да куда? Меня нет, я уже ушел в другое место. Да вот нет. Я. Где ты? Где не вижу? О, смотри. Да нет, не видно тебя вообще. Ты где, Терсер? Я не знаю, я тебя тоже не вижу, Костя. Миша, ты где? Ладно, я побежал дальше, ты иди в том направлении, в котором бежишь, там нужно будет повернуть. Куда? Повернуть. Как поворачивают? Нужно нажать О, смотри, кто-то впереди. Нужно нажать О? Там кто-то... Я нажимаю О, ничего не происходит, Терсер, что делать? А откуда здесь железная дорога, Костя? Не знаю. Я тоже не знаю. Терсер. Кто же тебе построить, а? Так, я подтолкну тебя, Терсер. Побежали. Так, сейчас мы здесь все зацементируем, ладно. Не будем цементировать. Ух ты, Мих, это ты добывал что-то такое было, да? А я здесь все, когда шел, я все добывал. Денис, за нами бежит какой-то маньяк. Побежали от него. Маньяк с пилой. Побежали. С пилой, с луком. О, железо. Нету стрел, у меня стрела в пятке торчит. А я своего питона нашел у Террасера. Так. Где еще не доделано, но нормально, пойдем быстрее бежим. Ем. Это не то, что я думал. Так. Отлично. Побежали. Ты зачем забежал туда? Денис, быстрее, он бежит. Да собаки, а! Окей, я буду вас киркой бить. Я хотел вас хлебом бить, но буду бить киркой, видимо. Фига ты твой. Проходим дальше, бежим, Денис. Бежим. А, ты меня бьешь, Мих? Цивили куропатками. Куропатки свои бегают. Давай, бежим, Михалыч. Почти на месте. Да я же вас поймаю, блин, я хавиться хотел. Так, надо поесть. Поешь, сэр. Беги, он близко. О, он меня... Костя, близко. Стали оба зомби, нет, бежим. Террасер, догоняй его. Да, все. Это реально догонял, кстати, прикольно. Я завербовал Террасера в свои эти. Так, это знаешь, как вампир. Да, вампир. Сейчас надо будет сделать поменять режим. На, тебе в дом. Мы его загрызли. Мы, кстати, после того, как поиграли в Ультра Хардкор Террасер, да, я решил сделать Ультра Хардкор у себя на сервере автоматизированный. Да? Отлично. Да, то есть люди будут заходить сами, дожидаться, когда определенное количество людей зайдет, их будут разбрасывать по командам рандомно, и они будут играть вместе. А, ну круто. Так, ну в общем, сейчас мы находимся на вокзале с крылышками. Я вижу, тут алмаз, надо их забрать. Нет, это алмаз декоративные. Да ты забарил, у тебя все декоративные. Террасер, хочешь тебе показать дань декоративного пинка? Нет. Так. Ага, он мечом бьет, выходи, Смайт. О! Они да, у него хлеб в руках. Ты что? Да, у тебя хлеб в руках. В общем, смотри, Костя, мы сейчас шли по вот этому пути под землей. Ага. А здесь еще один был путь сверху, как можно было пройти. Ну, от которого мы и начали бежать, по сути. Так, вон он, да. Вот там, ну ты его, наверное, видел, да? А, башня, так мы там вроде пробегали, не? А нет, башни точно не было. Ну, давайте на арену. Я хочу запомнить. Нет, подожди, сейчас видишь вокзал с крыльями. Вот он. Смайт, прости. Ай! Все, Дениса убил. Я почти убил Дениса. Вон вокзал с крыльями. О, лошадь! Да. Мне, я не знаю, что это бычок. Это моя лошадь, бычок. Ну смотри, она теперь как будто моя. Как будто бы ключевое слово здесь. Ты же мне ее подаришь, Трессер? Нет.
Почему? Потому что бычок прошел со мной уже очень много времени и пути, поэтому я не могу его отдать никому. Окей, это гейтер, сэр. Я наверх, там есть проход. А как туда пройти? Я на лошади хочу. Слезть с лошади и залезть по лесенкам. А где лесенка? А лесенки вот у входа самого, с боку. А, вижу, сейчас залезу. Давай, забирайся. Давай. Мик, поделись едой, 2 хлеба осталось. Осталось дальше 7. Куда? Дальше паркурить сбоку, что ли? Нет, ну можно и так. Видишь, здесь такие интересные штуки. Я думал, ты скажешь интимные, но интересные. Интересные штуковины. Ты просто начал так интересно, я ж подумал, что будет это. Нет. О, снизу ведьма. Да ладно, дай я убью. Прикончим ее. С ней может зарестон. Смотри, Миша! Спарта! Ты сам себя в Спарту отправил? Да. О! Я с ней выбил, короче, знаете чего? Чего? Сахар. О, отлично! О! Пойдем тортик делать. У меня на нем написано WoW Match Speed. Это для Майнзи специально. В Майнзи на шотбове, ну знаете, что это шотбол, да? Если хаваешь, например, на какой мыши сахар, то тебе дается скорость. Типа это как наркотики там считается, что это. Ну типа нет, это сахар, знаешь, типа. Спиды, я не знаю. Нет, сейчас скажу. В сахаре-то содержатся углеводы в больших количествах. Вот, получается, углеводы дают энергию, вот поэтому ты съел сахар, у тебя много энергии, ты быстро бегаешь. Да, ну прикольно. С ним написано прикольно, и на WoW Match Speed еще такие, знаете, фон неба. Угу. Так, дела. Так, вот это PvP-арена. Я на лошади. А! Ты псих! На тебе косточки по щам. У нас здесь баталии. Не убейте только раньше времени друг друга. Лошадь не убейте, главное. Нас-то что, мы можем возродиться? Ты что, косточками не бьешь? А косточка, она дамаги-то не наносит, по идее. Тарасара, я сейчас повторю... Ой, одно сердце лошади снять. Тарасара, я сейчас смотри, я повторю твой путь. Я тренировался днями и ночами, чтобы победить всех. Я великий Тарасер. Я супер тренировки проходил. Шок, видите. Нужно тебе это ускориться, еще быстрее бежать. Ну, извини меня, у меня только какие спиды с собой были. А, лошадь, осторожно. Здесь еще петушок стоит. Но я не ожидал, что противники будут настолько себе. Как он наверх забрался? Кто? Ну, Дэншмайт, кто там? А, кто у нас посмайт был? Кто наверх забрал? Дэншмайт, нет? Нет. Это ты и был? Да, я это... Денис. Это был трейлер Террасера. Снимал я отсюда. Так. Я залезаю наверх. Блин, во, почти отлично. Все, я залез. Вот так было. И дальше была стрельба из лука. Да, надо было выбить. Но я не знал, что меня будет ждать. Это будет ждать пинок под зад и... Эй! Это не пинок под зад, это пинок косточкой по демастеру. Все, я его прогнал. Чё ты? Бычок! О, отлично. Стреляй из лука, быстрее! Смайт, стреляй! Нет! Меняет лука! На, возьми, дай мне стрел, Смайт, дай стрел, быстрее, стрел! Нет, не давай ему стрел, он... Смайт, братуха, давай! Ой, молодец, Смайт! Ну, ты не встал, вообще... Да ладно, ведь тебе ничего не будет, двух стрел! А не будет, ты можешь лошадь ранить мою! От Power 5 и Fire Accept 3! Да, окей. Тогда я этого не знал. Вы вообще слышите, Fire Accept 3, где такое мог достать? Fire Accept, это, короче, знаешь, резист. Вот, Fire резист. Короче, ладно. Я закопаю тебя с твоей лошадью. Не надо меня трогать, я поехал дальше. Мне нравится, когда я прыгаю, у меня плащ начинает быстро, короче, это, шевелиться, и получается, как будто... О, а это что такое, ребят? А это... Башни. Это наша база. Это вот... А справа что такое? Первое, что мы строили с Денисом вместе. А справа, а слева что такое? А справа и слева, это с одной стороны, это оранжерея грибов, которые мы немножко неправильно собрали. Как ты можешь заметить. Я заметил. Я сразу же это заметил, решил не оглашать. Что тут крипер банклил? Лифт, у вас лифт есть автоматически, ну-ка. Это я его строил. Видишь, как хорошо работает? Вначале надо выйти. Но он иногда нормально работает. Там встать, главное, правильно нужно. И не шевелиться вообще просто. Сейчас. Не шевелись. Сейчас, надо... Иногда он работает. Сейчас, смотри. Ну, почти. Сейчас, смотри, я должен. У меня получалось, я до самого конца доезжал на нем. О, я почти доехал, Тарасер. Почти, там ничего.
Тут просто стать надо в каком-то определенном месте и не шевелиться вообще. Тогда он тебя поднимает наверх. Но не всегда срабатывает. О, я почти, смотри, поднялся, дресса. О, молодец. Короче, хреново, личку это я бы сделал лучше. Ну, давай, делай. Ну, я потом приду к тебе и переделаю его. Я же мастер от Стоуна. Ну, когда мне не лень. Так, здесь не получается. А, чуть повыше меня толкнуло. Меня тоже. Вот здесь что-то не толкает. Ладно, с этим можно разбираться достаточно долго. Да, нам можно... необходимо залезть. Давай, Костя, наверх, забирайся. Мне кажется, у тебя просто интервал стоит слишком быстрый, поэтому они не успевают. Нужно что-то попробовать с интервалом похимичить. Ну, надо посмотреть. А что у тебя тут дальше? Что это за грязевые блоки здесь? Какие грязевые блоки? Это лесенка. Тут Мик раздолбал лесенку, поэтому здесь как-то... Здесь... О! Это что было? Так, залезаем. Мы почти наверху. Так, грязевые блоки, вот они. Так, а теперь куда? Вот сюда. Зачем он раздолбал лесенку, да не могу понять? Потому что я лифт делал. А, это тут вортал в ад. Да, только не заходи, видишь? Здесь отсюда, почему когда смотришь, заходить? Смотришь, видишь, вода. Нет, ну, так-то можно. Вода. А снизу под нами, видишь, лава. Это такая тема. О, так, если зайдешь, ты не здесь окажешься. Ты у Сварткипера сейчас... Ясно. Я у Сварткипера? Ну, блин, я же говорил, не заходи в ад. Да я не у Сварткипера, здесь просто блоки какие-то обставлены. Ты сейчас в аду? Да. Если ты войдешь еще раз, ты укажешься у Сварткипера, может проверить. А если что, я на паузу поставлю. Ну ок, если что, добежишь. Ну и где ты? Нормально, я уже около вас, ребята, немного читерили тут, но это чисто ради теста было. Да, ну ладно. Да, ну мы же, я же не знал, что я окажусь у Сварткипера. Я, знаете, как узнал то, что я у Сварткипера? Ну? Потому что я у него, ну не недавно, а где-то полгода назад был, да? Я попал в то же самое место, которое никак не изменилось. Там деревня, короче, видимо. Вот. Но она как была полгода назад, такое и осталось. Так что, в принципе, я там ничего и не спалил. Я даже помогал там лестницу строить, там ров, там слева должен быть замок у него, короче, там я ему ров помогал копать для этих, для того, чтобы речку пустить в него. А замок там есть? Там не замок, там башня, ну это как бы замок, но там больше башня. С которой я помню, что он еще падал дофига раз и умирал, когда я еще заходил на вот это вместе для булочника по то время, а он все падал и умирал. Помнишь, тогда я еще не записывал, я просто играл, вот. Я это помню. Вот, среди моих дней я как раз с ним начал записывать, я когда он башню достроил, мне показывал, и я с ним записал. То есть это вот старые серии довольно-таки ластаска, но все-таки что-то еще вспоминаю. Так, ну и куда мы отправимся теперь, Миша? Так, теперь я хотел бы показать тебе самое замечательное место, которое когда-либо ты видел. Это... Ну, навряд ли, конечно. Карьер. Это карьер, шикарный карьер. Карьер Лео я видел на сервере. Нет, карьер Лео по сравнению с этим карьером, это... Это суперкарьер? Да. Но мой карьер тоже нормальный. Ух ты, здесь свинки здесь. Это свинья... Свинья Бейба. Бейба? Это твоя Бейба? Нет, это свинья Бейба. Это твоя Бейба, Трицер. Так, нет. Май Бейба. А, вы кто крипер на меня сбросил? Вы чё, псих? Ладно, проходим. Так, заходим слева. Так, да, заходим слева. А я сверху зайду. Понятно где? Спарта! Видишь снизу что? Это буква Т, она увеличивается. Вот сам верх, смотри, не спускайся вниз. Да я видел же, я же на новом этом был. Это заборе. Буква Т, это буква Т, вот видишь. Таросер. Таросер? Тор! А это типа Тор 3. Ага. Новому фильму готовишься? Нет. Трейлер будешь делать? Фильм Террасер 3. Террасер, о, нифига тут это вниз как. Да, там аккуратно, там много всего. А Костя пошел вниз. А мы пока пошли на место, которое мы много чего. Да. Я помню из этого места. Помню. А, нет, ты сделал то, что тогда хотел сделать. Да, я тогда не хотел сделать, ты мне идею подкинул такую, чтобы я это делал. А я реально не хотел тогда этого делать. А ты просто вообще, я ржал тогда над тем, потому что я не понимал, почему ты не хочешь туда идти. Я вообще даже не думал о том, чтобы тебя там завалить. Я просто думал, основываясь на моем опыте. Ага. Куда я сейчас, Костя? Костя, я не знаю, Костя вообще такое ощущение, что Костя не разбился, а что ты молчишь? Он разбился. Сейчас пойдем на него останки. Вон его останки уже. Давай вещи собираем быстренько. Собираем, выливаем быстренько. Да. Так. Вот он. Черт, он не разбился. Так, отлично, он залезает тут наверх.
Но он... О, понятно, смотри, что он делает. Все понятно, он так смотри. Хотел нас обмануть. Да, он специально замолк на время, чтобы это... Чтобы мы подумали, что он разбился, спустились вниз, чтобы его спасти, забрать его вещи для того, чтобы потом отдать ему. Ага. А он вообще и здесь тоже сломал блок. А как? А, ясно. Это вот здесь. Все, проходим дальше, Денис, давай, делаю нам дорогу давай, наверх. Давай, пробивай путь нам. Мы уже почти у цели. Сейчас, наверное, он вылет на славу. Я тоже об этом подумал. Нет, он просто решил застроить... Зарасар, не лезь выше, иначе я разлил лаву. Так, кирки на землю! Кирки на землю, я сказал! Ааа! Он бачит меня! Убегает. Еще, у меня будет еще один шанс. Да, когда-нибудь он у тебя точно будет. Так, у меня стрел нету. Лови, Костю. Давай его. Я разлил лаву назад. Так. Нет. Я разлил. Уже разливаю. Все, я лью лаву. Она течет. Течет. Ой, ой. А давайте. Я знаю, что сделано. Пошли, Костя, точно. Пошли быстрее на PvP-арену. Сейчас мы там поспим и убьем друг друга. Как я попаду домой? А ты домой попадешь. А, ты хочешь попробовать запопочить меня, что ли, ДРС? Да. На вас таски. Костя смешно стало, что его каждый раз сливаю, что он даже просто сразу же засмеялся. ТРСР, с моими-то вещами? Да нет, там специальные вещи. А, там что, деревянные мечи и волмаска? Чтобы ПВП было настолько реалистичным и долгим. Так, заходим. О, зачарованный лук. О, секретный вход. Не выпал, жаль. Секретный вход, Костя, заходи. Сейчас я его залью лавой, чтобы никто не нашел. Нет. А, это не настолько секретный вход. Внизу-то не были, кстати. Че, а, точно, точняк, реально забыли вообще, как могли забыть. У нас же там офигенное место. Костя, смотри, вот сюда встань. Ну, встал. Еще чуть дальше. Нет, в другую сторону. Блин! Кто это сделал? Да я. Ты вообще просто, я хотел тебя сбросить вниз. Так, ладно, проходим. Так, здесь у нас замечательное место. Да. Что вот. За место? Информация здесь противоречивая. Здесь не противоречивая информация. По моим данным здесь живет мороз. Мне пофиг, какие у тебя данные, здесь живет Карасер. Никакой не мороз. Да вы все не правы, здесь живет лавовый король Демастер, так, всем лав. А, вот, все, свалил. Сейчас я только рассадал. Три. Давай, Костя, вниз, давай сюда. А, вниз. А, Костя, давай, вставай туда. Вставай туда. Черт! Я тогда блок поставил. Костя, налей туда лавы? Нет. Ну налей. Нет. У тебя ведро с лавой. Вы меня сбросить хотели, да? Нет, теперь? Налей лавы туда. А, сейчас прыгни, налью, только сначала тебя... Тарасер, ты прыгни туда сначала, я налью лавы. Я уже там оказывался. Давай, случайно. О, отлично. Все. Теперь это работает как надо. Так, с другой стороны то же самое. Так как... У тебя еще ведро есть лавы? Нет, это что за черт? Тогда налей сюда. Зачем? Так у меня нет лавы. Ты вытащил отсюда лаву. Не брал я оттуда лаву, ты рассмотри, пустое ведро. Я видел, там подсветка была. Придется тогда вот так вот делать, более, так сказать... Ну ладно, я налью туда лавы. Последнее ведро лавы отдаю от души. Которое ты отсюда и забрал. Нет, у меня два ведра лавы было. А куда отсюда делось тогда? Не знаю, тут кого-то факелы поставили. Так, предлагай, короче, здесь сесть где-нибудь. Я нужно сюда, не знаю, целых рыцарей. Сюда всех подписчиков в нем приглашать нужно. Но... На столу? Давай на столу сядем. Так, вот. Блин. О, я знаю, куда лаву можно взять. Не-н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 е. А почему здесь кирпич один такой некрасивый? Их два тут красивых. Они, если ты заметил, с двух сторон стоят. А зачем здесь вот это? Это? Это не это, это специальный факел. Это светильник. Это такой. Светильник, да, факел, который воткнут в камне, чтобы он крепче там стоял. Вот на что. Ой, я знаю, откуда возьму лаву, никто не заметил. Не-н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 е. Пойдем. Мы должны запвпшиться. Все этого долго ждали, мы должны. Все долго ждали, но они выйдут только в следующей серии. Оп. Оп. Поднимаемся наверх. Поднимаемся. Пора убирать ребята. Быстро бегает. Почти не получилось. Я успел. Если бы кто-нибудь там остался и упал вниз, он бы упал в лаву.
Да? Ну, значит, Смайт бы упал бы в лаву. Ну ладно. Но я успел. Да, повезло, тебя только прищемило ногу, Денис. Так, все, выходим отсюда. У меня, кстати, еды нет, у меня только яйца. Кушай яйца. И куриное мясо. Так, вот здесь у нас как раз таки... Вот, Костя, бери себе вещи. Как у меня соседи начали сырить, это может закончим? ПВЕшник, ПВЕшник сюда пришел. Все, мы за ПВ пошли, ребята, я выиграл. Так, Костя, ну давай, бери вот здесь, у тебя оружие, там, оружие, броня. Железногрудник и меч? Да, все, больше ничего не бери. Окей. Железногрудник и меч. Вообще, по идее, надо было не железногрудник, а каменный. Я готов. Давайте я пойду на позицию короля. Так. Так, надо поспать, подождите. Нормально. Сейчас, так. Так, сейчас день, мы не поспим. Сейчас день, к сожалению. Ты за ПВПшимся, когда будет мало сердец, скажу, стой. Окей? Ну, я не знаю, насколько это произойдет. Давай. У тебя какой меч? У меня железный. Так, лучше я сейчас тебе каменный дам. Давай. Потому что у меня... Я буду как спортивный комментатор буду у вас сейчас комментировать, как вы будете... Спать нельзя. А, нет, комментаторов не стреляют. Дайте мне еды. Я сейчас помру. Че у тебя стрел, Костя? Ты же сам мне их дал, должен знать. Эти две штуки только. Так. Нормально. Так, Костя, предлагаю тебе снять. Костя в тир играет. Броню. Все честно, я в своей броне. Какой честно, смотри, у меня... Так, и... нафига ты это сбрасываешь? Ну, это просто мусор. Бери меч. А курочки-то зачем? Это ваши секунданты? Это секунданты, да. Я готов, погоди. Что-то готов, сэр, раз, два... Чё, до полного уничтожения? Три, поехали. А лук откуда у тебя? Не знаю. Да полное уничтожение или как? Да я без лука буду нести, давай, нормально. Так подожди, стой. А, ну окей. Так, ну спать получается не получится. Ну ладно. Окей, до полного уничтожения, я тебя убью просто и побежу, давай, погнали. Ну давай, только используем мечи. Конечно. Давайте, ребятки. О, крутой. Нет. Только мечи использовал. Ой, кстати, я здесь ощутился. Ну все, Тарасар, это было честно. Стой, давай еще раз. Я не фул хп, так нечестно. Реванш? Да, реванш. Реванш? Да не, все, пора уже заканчивать серию. Да, нет, давай. Соседи! Нормально, это как раз, знаешь, фоновая музыка такая чёткая. Я тебе подам, Стрессор, у меня будет золотой меч в этот раз. Нет. Давай. Как я проиграл? Не знаю. А я знаю как. Я просто взял и слился. Вот я-то просто это, ПВП-мастер. А, ты Д-мастер, а не ПВП-мастер. Вот, у меня золотой меч будет, давай, Тарасар, это раз буду не успевать. Да нет! А чё за меч, на что он зачарован? На отдачу один. На, тебе бери каменный, давай. Я хочу на отдачу один золотой меч. Дай мне что-нибудь поесть, у меня жизнь не регенится. На, возьми две буханки хлеба, последние отдаю. Давай в другой конец карты, Тарасар, сюда, на счёт три, готов? Так, а кстати, смотри, сейчас будет ночь, может поспишь, а тут далеко. Ну если чё, я там двигу уже без записи, это не важно. Ладно. Тем более я все равно недалеко от тебя живу, на самом деле. Так, давай. Всего давай, лишь. Слышь, мы реально здесь. Недалеко друг от друга живем. Я что-то даже не заметил. Давай, ну что, на счет три. Раз, два, три. 5, 25. Это он на удачу. Ага. Но. Пролагало у меня, просто пролагало. У меня тогда тоже вообще жутко лагало, просто в ПС. Лол, меня за. Кто-то сломал мою кровать, я заспавнился вообще на самом спавне. А, ну так да. Нет, вот на самом спавне, самом первом, где мы появились, и с самого начала все было, помнишь? На островке, что ли? Да, это дерево недорубленное, ничего не познается посадить, да вдруг кто-нибудь зайдет. Придется тебе плыть. Да, ну что ж, ребята, в принципе, это будет уже в следующий раз. С вами был Демастер, Террасер и Смайт. Да, так что если хотите, ребята, то вот так вот. Чем больше лайков, тем быстрее Демастер доплывет до дома.
тем... Или... Да, вот так. Да, я вообще не до дома доплыву. Я сначала доплыву до Террасфера, заберу свои вещи, потом доплыву до Свордкипинга, да, даже что посмотрим. Ну ладно, ребят, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, закомментируйте под видео. А на этом мы с вами прощаемся. Всем удачи. Всем пока, ребята. Ребята, всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Всем пока, ребята.